В Сансаре существует вид продажи с инвентаря. Конечно, на маркетплейсе вы можете найти сценарий для продажи в самом Сансаре, но никто не знает, работает ли эта функция на самом деле, поэтому не будем рисковать. Вы можете вытащить объект на землю и изменить его размер, текстуру, а затем снова забрать в инвентарь. Забрать в инвентарь можно только при помощи открытия одного из двух окон, объекта структуры или же объектов сцены. Чтобы иметь возможность забрать ту или другую вещь, по ней нужно нажать курсором, дабы выделить. Если объект пробуете выделить издалека, то может выделить не то, что нужно. Можно выделить два объекта при помощи кнопки Ctrl, но объединить их или изменить оба одновременно на данный момент невозможно. Объект можно двигать вручную или задавать конкретные координаты. На данный момент размер объекта можно изменить целиком, а не по отдельным осям. Права на объекты зависят от их вида, это может быть звук, сценарий, физический объект, обычный объект или Sky. Full Perm. При всех правах, следующий владелец может изменить и перепродать вашу вещь, вы не будете иметь процента с ее продаж. При отдельных правах, следующий владелец может перепродать вашу вещь от цены, которую вы укажете уже на сайте. У физического объекта гораздо больше прав, нежели у стандартного. Зато стандартный объект работает как фантом, можно насквозь проходить. Тем не менее, для физического объекта нужна закрытая коллизия, иначе можно будет проходить сквозь него. Коллизия иногда загружается с багами. Тут показаны права физического объекта. Продажа объекта осуществляется также быстро. После того, как вы выставите на продажу вашу вещь, вы можете создать слот, а затем подтвердить переход на страницу и установить на объект права.